Автономияның дилхепсия яшәеннәре сапплерлар эпидемия кураларны илләрләмәсен дин COVID-19 инфекциясы нышанады юк баканның координация бөлүмүн баш узманы Валерий Нягу. Джеза ким эпидемия кураларны саймыр сырадакы инсана дине етишер 5000-лей, а курумнар адине 35000-лей енчок. Все знают, все сталкивались с случаями с этой болезнью, у кого-то родственники, у кого-то близкие родственники. Хепси билер, хепси каршы келді бұ инфекция лан, кимин сосенселері, достылары, комушылары хасталанды. Ама чойу инанмер, ани бұ куралар, ярдымедечкілер дұргутма инфекцияи. Онуштан да бірас кендлеріне дилдору көтірерлар. Бізі асыра келер бөле яшайынлары джезалама. Хепси билер, ани дұрым шинде өлі ада зор, ама башка түрлі инсан аннамер. Другие меры не... Знаете, как говорят, зачем мы прибегаем мы к таким наказаниям? Потому что другие способы не повлияли на то, чтобы довести до нормы. Бундан Кария, Юг Баканын координация бөлімін баш узманы Валерий Нягу текли федер арабычылар есапласынар хепси йол кураларыны, джеза хеп джеза ноталарыны каблетме мәдейіні. Оның лафларына гөре тасы карабычылар хызлы машыны йолда көтірерлар. Ен аздан канона каршы гитмәк ічін 600-лей юдерлар, ен чок 1800-лей хем 3 яда 5 джеза нотасы екленер. У нас есть для этого специальные аппараты, которые называются скоростометры. Бізді вармасу стертепляр англары узактан контролы дерлар арабанын гетмесіне. Оннарын ярдымыннан тутырыс канона каршы гидян инсанлары. Тертепляр ейне, оннарда вар колайлык 1 километра 200 метр узактан көрмә некадар хызлы арабачы машынай көтірер. Он может определять скорость движения транспортных средств на расстоянии до 1 километра 200 метров. Это очень большое расстояние. Полиция изметчилері хер гүн бір сыра олайлары кечірерлар йол разгелмелеріне хем COVID-19 вирусыну дұргытма дейіне. Марина Тапал, Андрей Лещинский, Мария Казаку, ГРТ, Хабарлар.